Комплекс апартаментов бизнес-класса «Верейская 41» возводится в Можайском районе ЗАО «Москвы». «Верейская» — это приватный комплекс апартаментов рядом с долиной реки Сетуни Кутузовским проспектом. Данное направление числится в списке самых престижных округов Москвы. Проект представляет собой монолитно-кирпичные дома высотой от 2 до 14 этажей с системой «Умный дом». Для жителей новостройки доступны общественные террасы, приватные дворы без машин, подземные паркинги. Первые этажи займут коммерческие помещения под кафе, магазины, салоны красоты и прочь. Помимо своей инфраструктуры рядом работают школы, детские сады, вузы, медицинские центры и аптеки, спортивные комплексы, супермаркеты, магазины, кафе и рестораны. Рядом с домами раскинулась долина реки Сетунь, самый большой лесопарк Москвы. Дворовая территория закрытого типа с благоустроенными прогулочными зонами и спортивными площадками, садом и велосипедными дорожками. На крыше стилобата разместится терраса. Безопасность жильцов обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением и применением современных средств контроля доступа. Бытовой мусор будут собирать в контейнеры на дворовой территории. В апарт-комплексе представлены студии, одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры, как стандартных, так и евроформатов. Есть варианты с открытой террасой, патио на нижних этажах и пентхаусе на верхних. Все помещения передаются с отделкой под ключ с мебелью и встроенной техникой. Апартаменты продаются с отделкой под ключ. На строительные материалы застройщик предоставит годичную гарантию.